интернет магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента для авто от компании Кингтони. Это набор на 109 предметов. Артикул товара SC7510MR90. Набор на 109 предметов. Набор производства Тайвань. Профессиональный инструмент с пожизненной гарантией. Начнем мы с трещоток. Трещотки в наборе. Две трещотки на 45 зубьев. Длина большой трещотки 250 мм, маленькая трещотка 135 мм. Есть реверс, быстрый сброс и фиксация головки. Надеваете, нажимаете, быстро снимаете. Трещотка разборная, два винта, механизм внутри можно будет обслужить со временем. Логотип Кингтони на рукоятке пластиковой. И логотип Кингтони на металле. Также каждая единица товара в наборе, удлинитель, головка, имеет свой код или артикул, по которому вы можете найти инструмент в каталоге Кингтони. Это вдруг, если потеряли какую-то единицу из набора. Удлинители. Под большую трещотку два удлинителя 250 и 125 мм, и два удлинителя под маленькую трещотку 50 мм и 100 мм. Удлинитель 250 мм под квадрат 1/2 также служит и Т-образным воротком. То есть одеваете переходник и получаете Т-образный вороток. Такой же вороток еще идет под маленький квадрат в наборе. Вот. Длина его 11 см. Также с плавающей головкой. Снимая переходник, получаем его переходник на 3 восьмых, с 3 восьмых на 1 вторую. Это у кого есть дополнительно, может быть, трещотка по 3 восьмых, можно будет использовать головки из набора. Так, две свечные головки на 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, присоединительный квадрат есть сверху, можно сюда вставить вороток, такой дополнительный рычаг получаем. В наборе или биты используете, одеваете сюда, или головки для труднодоступных мест. Также можно подсоединять удлинитель. Ну или ту же самую биту и получаем отвертку. Рукоятка здесь полностью пластик. Так, головки в наборе. Шестигранный профиль головок. Головки длинные есть. Головки шестигранные короткие. И головки короткие торкс. Три вида. Начнем их с коротких. Под квадрат 1/2 дюйма. Общее количество их 17 штук. Самая маленькая у нас в наборе на 10 мм. И самая большая 32 мм. Это под большую трещотку. Вес головки 32 мм составляет 187 грамм. Видите, она немного идет зауженная снизу. И особенность головок Кингтони. Видите, синяя полоса с красной каемкой. Также здесь надпись Кингтони, логотип. И артикул данной головки. Это можно найти будет в каталоге. Материал изготовления инструмента CRV, хромбонадевая сталь. Головки короткие под квадрат 1/4 дюйма, 13 штук их. Самая маленькая у нас 4 мм, самая большая на 14. Головки торкс 13 штук, самая маленькая Е4, этот ряд идет у нас. Самая большая Е24, звездочка. Головки длинные, 5 головок у нас под 1/2 дюйма, самая маленькая 14, самая большая 22. И 8 штук под маленькую трещотку 1/4 дюйма,
6 мм, самая маленькая. Самая большая у нас на 13. Головки глянцевые, только вот под 1/2 дюйма получается. Здесь внизу матовая, а все остальное глянец идет. Но это удобно, потому что глянцевые, они вытираются. И опять же у вас блестят и сияют наборы. Далее биты 1/2 дюйма, которые используются с переходником. Таким вот. И нижний ряд под маленькую трещотку уже с переходником под 1/4 дюйма. Под 1/4 у нас 18 бит. И верхний ряд под 1/2 дюйма 17 бит. Шестигранные, торксы, крестообразные и шлицевые. И также верхний ряд у нас шестигранные, торксы биты, крестообразные и шлицевые. Вставляете переходник в нужную биту. И, допустим, одеваем его на трещотку. И еще такая есть насадка, которую можно использовать. Сейчас я вставлю. Насадка, которую можно использовать с битами или с головками под 1/4 дюйма. Вот она. И также вставлять шуруповерт электрический, допустим. В верхней крышке еще имеем вот такое вот отверстие. Место для трещотки. Круглая трещотка из Пакингтона идет. Небольшая, ложится в ладонь. Артикула я точно уже не помню. Вот сюда вы можете ее докупить отдельно и вставить. То есть будет у вас тогда 3 трещотки в наборе. Она очень удобная для труднодоступных мест. Но сейчас в наборе она вот таким вот закрыта такой вот наклейкой. То есть ее можно докупить. Так, с комплектацией все. Набор состоит, сам кейс состоит из двух частей. Пластиковые завесы, но видите, здесь металлические вставки идут. Хорошо очень держится инструмент, даже внизу инструмент защелкивается в своих ячейках. Так, материал, если забыл сказать, хром-ванадиевая сталь материал. Так, кейс пластиковый, хороший пластик. Защелки металлические, на защелках также есть логотип Кингтони присутствует. Логотип Кингтони на верхней крышке. Задняя часть кейса. По габаритам кейса вес самого набора 6 кг 700 г. Ширина кейса 42 см. Длина с рукояткой 28. Высота 8,5 см. И напоминаем за подписку на канал, если оставляете комментарии при покупке данного набора, будет дополнительная скидка на скидка в заказе. И на Кингтони инструмент у нас бесплатная доставка. Спасибо за просмотр. До свидания.